Здравствуйте, ребята! Сегодня я вас приглашаю сделать со мной объемную поделку жителей иной планеты. Итак, приступим к работе. Для работы нам понадобится плотный лист бумаги формата А3, цветная бумага, лоток из-под яиц, клей, фломастер, ватные палочки, гуашь, губка, ножницы. Основанием нашей поделки будет плотный лист бумаги белого цвета формата А3. Из прямоугольника нам нужно сделать квадрат. Левый нижний угол мы тянем к верхней стороне. Сгибаем, разглаживаем. Затем мы берем ножницы, отрезаем все лишнее. Наш квадрат готов. Далее берем гуашь синего цвета, шпателечек. Аккуратненько наносим краску на основание. Затем берем гуашь белого цвета, после берем гуашь желтого цвета, далее берем гуашь красного цвета. Затем мы берем губочку и растушевываем наши краски по всему листочку. Теперь подождем, пока это все высохнет. Берем лист бумаги розового цвета формата А4, складываем его пополам, а затем складываем еще раз. После мы берем ножницы и разрезаем. Теперь мы берем клей, мы работаем на клееночке, наносим клей на один край и приклеиваем полосочки друг к другу. Затем мы делаем петельку, завязываем аккуратненько узелочек, оставляем небольшой хвостик с краю. Сгибаем кончик назад, начинаем накручивать нашу полосочку. После мы берем клей, мы работаем на клееночке, на край тонким слоем наносим клей и аккуратненько конец нашей полосочки прячем вовнутрь. Теперь аккуратненько начинаем давить пальчиками посерединке. Наша звездочка готова. Теперь мы берем фломастер, рисуем глазки. После берем платочек, вырезаем ячеечку, обрезаем края. После берем ватную палочку, макаем в гуашь красного цвета и декорируем наш холмик. Берем ножницы и отрезаем ровно до середины нашего квадрата. Аккуратненько склеиваем детальки. Теперь приклеиваем наши холмики. Приклеиваем на холмики наших веселых инопланетян. Закончили мы делать нашу поделочку. Вот что у нас получилось. Я надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо, до новых встреч!